все, кто был в Железногорске, знают, это невероятно очаровательный городок со своим неповторимым обликом. Кажется, время здесь течет медленно, а люди доброжелательные и душевные. Привет. Встречаемся возле музея. Хорошо. Я всегда любил приезжать сюда к своим друзьям. Мы с детства ходили вместе в городской музей или просто гуляли по красивым улочкам. Что ты думаешь, это заменял? Аметист? Саша молодец. Всегда снимает интересные сюжеты. Каждый раз включаю «Енисей», чтобы их посмотреть. Местные жители любят и смотрят телеканал «Енисей», ведь мы рассказываем в эфире новости со всего региона. Люблю приезжать в Железногорск. Здесь живут мои лучшие друзья.